Быстрее, она умирает. Шанелька, кто умирает? Аниса умирает. Шанель, ну что ты такое болтаешь? Почему ты решила, что она умирает? Она лежит и не встает. И говорит, что у нее очень болит животик. Тогда скорее пойдем. Вдруг ей правда нужна наша помощь. Аниса, Анисочка, ну как ты? Шанель, мне плохо. Аниса, это правда, что ты умираешь? Аниса, не пугай нас! Ты же нас пранкуешь, правда? Шанелька, я никого не пранкую! Мне правда очень плохо! А что у тебя болит? У меня очень сильно болит животик! И еще меня тошнит! И не могу встать! Похоже, это что-то серьезное! Ой, а что же делать? Мы сами не справимся! И как назло, дома нет ни Коли, ни Маши. Ой, мне стало еще хуже. Я больше не могу. Аниса, ну чем же мы можем тебе помочь? Ой, кто-то пришел, слышите? Ричик, Ричик, как хорошо, что ты пришел. У нас случилась беда. Шанелька, что случилось? Аниса умирает. А дома никого нет. Ты случайно не видел Машу? Нет, не видел. Давай спросим у моей мамы. Мама, случилась беда. Нам срочно нужна Маша. Так она же уехала на машине. Я сама видела. Какой кошмар. Ой, побегу домой, надо с Дымкой решить, что же мы будем делать. Дымка, Маша уехала на машине. Что же нам теперь делать? Ай, мне плохо! Да, нам нельзя ждать. Анисе все хуже. Я пойду ее искать. Нет, Дымочка, тебе надо остаться с Анисой. Ее сейчас нельзя оставлять одну. Аниса, не волнуйся. Я пойду искать Машу и обязательно ее приведу. Ты только не умирай. Ну, пожалуйста, потерпи еще чуть-чуть. Я уверена, что Шанелька найдет Машу. Эй, кто-нибудь, нам нужна помощь. У нас умирает котенок. Анисочка, держись. Эй, люди, вы случайно не видели тут такую красную машину с полосками? Дымочка, я вас всех очень люблю и не хочу умирать. Аниса, ты не умрешь. Мы тебя спасем. Ой, ребята, смотрите. Это же, кажется, Маша едет. Маша, Маша, стой! Не уезжай! Шанелечка, что случилось? Маша, Маша, скорее! Анисе плохо! Что ты такое говоришь? Как это Анисе плохо? Что с ней случилось? У нее очень сильно болит животик. Она не может встать. И она говорит, что она умирает. Шанелька, так что же мы здесь стоим? Побежали скорее! Пойдем. Аниса, Аниса, кисонька моя, где ты? Что с тобой случилось? Дымочка, Дымулечка, а где Аниса? Маша, как хорошо, что ты приехала. Аниса, вон она там лежит на кресле. Она даже со мной не разговаривает уже. Анисонька, киса моя, что с тобой случилось? Маша, ты приехала! Ты меня не бросила! Мне очень плохо! У меня очень болит животик! Анисонька, маленький мой, тебя очень больно. Да, очень больно! Я не могу встать! И еще меня тошнит! Анисонька, а где у тебя животик болит? Вот так больно я надавливаю? Ой, да, больно, больно, не дави так! Так. Надо срочно ехать к врачу, Анисонька. Нельзя ждать ни минуты. Анисулечка. Маш,
Маша, мне кажется, Анисе плохо в сумке. Давай ее достанем. Думаешь? Ну давай попробуем. Ребята, Шанелька оказалась права. Как только я достала Анису из сумки, она сразу успокоилась. Ну, я же тебе говорила. Ребята, смотрите, Аниса, похоже, даже от своей болезни отвлеклась. Смотрит в окошко. Ну вот мы и приехали. Аниса, потерпи немножко, скоро доктор тебя примет. Ой, я боюсь. Аниса, не бойся, доктор тебе поможет. Да, Аниса, смотри, вот в этом кабинете доктор сейчас тебя осмотрит. Как только врач увидел Анису, он сразу сказал, что нужно оперировать. Оперировать? Это же что получается? Операция? Ой, мамочки, я боюсь! Анисочка, ну не бойся, тебе не будет больно. Тебе сделают наркоз, и ты просто уснешь. Да, Аниса, не бойся. Ты просто будешь спать, пока доктор все сделает. А когда ты проснешься, мы будем рядом. Вы правда меня не бросите? Ну, конечно же, мы тебя не бросим. Доктор сразу же начал готовить все к операции. Достал инструменты, постелил пеленку. И даже сразу приготовил нитку, чтобы потом Анису зашить. Ребята, посмотрите, как спокойно ведет себя Аниса. Конечно же, ей было очень страшно, но она держалась молодцом. Не мяукала и не убегала. Мне кажется, ей даже было интересно наблюдать за всеми этими приготовлениями. А Шанелька очень Анису поддерживала, никуда не уходила. Потом врач сделал Анисе укол, и она сразу же уснула. А потом врач проверил, подействовал ли наркоз. Посмотрите, ребята, доктор ее пошевелил и подергал, чтобы убедиться в том, что она действительно спит. Бедная моя кисонька лежит как мертвая. Ну ничего, скоро все закончится, и ты снова будешь с нами. Ребята, смотрите, теперь доктор выбривает у Анисы бочок. Здесь он будет делать разрез, поэтому в этом месте шерсти не должно быть. Смотрите, Аниса под шерсткой тоже оказалась пятнистой. Такие симпатичные пятнышки. К операции все готово. Инструменты разложены, пациент подготовлен. Саму операцию мне не разрешили снимать. Но я вам покажу Анису сразу же после операции. Ну вот, операция закончилась. Ребята, смотрите, вот здесь был разрез. Видите, совсем маленькая дырочка. Ее уже зашили. Даже крови практически не было. То, что вы видите, это просто йод. Смотрите, а теперь доктор обрабатывает рану специальным антисептическим раствором, чтобы не было никакого заражения. Шанелечка, заходи, не бойся, уже все закончилось. Ой, Маша, Аниса умерла? Нет, что ты, Аниса просто спит. Лежит прямо как мертвая. Конечно, это же не просто сон, а наркоз. Специально, чтобы ей не было больно во время операции. Заходи, не бойся, посмотри на нее. Моя маленькая кисонька, скорее бы ты уже проснулась, а то и правда лежишь как мертвая. Ну вот, мы уже скоро отсюда уходим. Смотрите, ребята, доктор закапал Анисе специальные капельки в глаза, чтобы они не сохли.
Скоро она начнет просыпаться, и нам нужно торопиться домой. Аниса начала просыпаться еще по дороге. Она вообще не поняла, где находится, поэтому я постаралась доехать домой как можно быстрее. Ребята, ну вот, к счастью, уже все позади. Посмотрите, Аниса вроде бы нормально себя чувствует. Она, конечно, сейчас должна отдохнуть. Видите, у нее какой бочок сейчас. Ну ничего, скоро это все пройдет. Как вам кажется, вроде бы она не очень плохо себя чувствует. Да. Ребята, правда же Аниса молодец. Как она мужественно себя вела и как она замечательно все вытерпела. Пожалуйста, поставьте нам лайк, чтобы Аниса как можно быстрее поправилась. Ребята, вот так все и началось. Ой, господи, котенок, маленькая, не бойся. Ой, маленькая, прости меня, пожалуйста, я ударила тебя. Я тебя ударила, я не хотела. Боже мой, какая ты худенькая и грязная. Маленький, не бойся. Что ты тут делаешь? А где твоя мама? Ты тут совсем одна? Масенький, ты мурлыкаешь, ты на меня не сердишься. Пойдем скорее домой, давай поищем, что можно дать тебе поесть. Да не бойся, я тебя не обижу. Это абсолютно реальная история. Я действительно нашла маленького брошенного котенка в Дагестане. Я приехала в Дагестан в командировку. Меня поселили в отдельном домике в санатории. Я только что заселилась и шла на ужин, когда вдруг... Ну да, вы это уже видели. Я споткнулась о маленького котенка. Этот маленький котенок прямо перед моим приездом непонятно как попал в санаторий. И как только он меня увидел, сразу побежал за мной. Он бежал за мной от самого входа в санаторий. И в итоге я его не заметила и споткнулась об него. Я сразу подняла котенка и отнесла домой. Первым делом я решила его накормить. Ребята, смотрите, как котенок жадно накинулся на еду. Похоже, он очень голодный. Эй, не торопись так, подавишься. Котенок, это оказалась девочка, все время мурлыкал. Малышка не отходила от меня ни на шаг. Она была очень худая и грязная. Мне стало ее жалко, и я решила оставить ее на ночь в доме. Хотя, конечно, волновалась, что она может где-нибудь пописать, и меня потом будут ругать. Но я даже не представляла, что случится что-то пострашнее, чем замечание в санатории. Утром, когда я спустилась на первый этаж, малышка, радостно мурлыкая, бросилась мне навстречу. Я внимательно посмотрела, но она нигде не пописала. А пойдем-ка мы с тобой пописаем, да? Как ты думаешь? Да, писать будешь? Смотри. Пойдем с тобой писать, да? Пойдешь, пописаешь? Давай, иди. Смотрите, ребята, малышка действительно терпела всю ночь. Она сразу начала копать ямку и потом уселась туда. Я стояла и ждала, что она будет делать потом. Убежит или останется со мной? Смотрите, смотрите! Она сразу же побежала в дом. Ну ладно, малявочка, похоже, ты решила остаться со мной. Ага! Ты тут теперь радуешься и играешь, а мне, между прочим, надо идти на работу. О, я придумала! А давай-ка я оставлю тебе открытое окно. Смотри, вот с этого кресла ты можешь перепрыгнуть на подоконник и выйти погулять. А может быть, придет твоя мама, и ты уйдешь с ней. Как бы не так. Когда я пришла домой, котенок никуда не ушел. Но это было не самое сложное, с чем нам пришлось столкнуться.
Господи, какая же ты грязная! Ребята, я решила котенка искупать. Но вот как она отреагирует на купание? Все-таки это дикий уличный котенок, хотя очень ласковый. А вдруг она начнет царапаться, кусаться, не знаю. Вы бы стали ее купать? Напишите мне, пожалуйста. Давайте попробуем вместе. Так, ну что, грязнуля, пойдем купаться. Да не бойся ты, тут нет ничего страшного. Такая сладкая кися. Ты такая кися, кися-кися. Так, помоем тебя моим шампунем. Ну что делать, кошачьего у меня тут все равно нет. Ребята, ну что? По-моему, наша малышка молодец. Вела себя очень хорошо. Ни разу меня не поцарапала. Смотрите, какая она смешная в полотенце. Надеюсь, сейчас она будет выглядеть немного получше. Ой, смотрите, а малышка очень хорошо освоилась. Эй, вообще это я тут ем. Давай-ка ты спустишься со стола. Так, я не поняла. Ты же уже поела. Хватит прыгать на стол. В итоге мне пришлось отодвинуть стулья, чтобы она не могла запрыгивать за стол. И вы даже не представляете себе, что она сделала. Так, давай-ка спускайся. Что мне с тобой делать? Да что мне с тобой делать? Что такое? Ребята, смотрите, что она делает. Она бежит домой через дверь. Так, посмотрим. Ага, кресло. Все, как я ей показала. Умная девочка. Ага, и... Та-дам! Привет, я снова здесь. Вот это сообразительность. Ну ладно, что ж с тобой делать? Сиди тут со мной. Она, кстати, вовсе не за едой на стол лезла, просто хотела побыть вместе. Что же мне с тобой делать? Как же я теперь тебя оставлю здесь? Опа, привет! Наш домик, похоже, стал популярным среди местных кошек. Ага, и ты тоже. И ты? И вот так каждый день. Но вы-то большие, а котенок-то совсем маленький. Ребята, смотрите, наша киса уже совсем хорошо себя чувствует. Смотрите, как смешно она со мной играет. Киса, ну хватит уже меня ловить. Ай, ай, отпусти меня! Ребята, посмотрите, как я сейчас возвращаюсь домой. Так, а кто тут меня ждет? Кто меня ждал? Меня никто не ждал. Никто меня... Ай, вот ты где! Ай, ты такая красотулечка! Ай, ты такая хорошая кисенька! И вот так каждый вечер.
Ну как же я тебя здесь оставлю, моя маленькая кошечка? Ребята, вы не поверите, но я решила забрать котенка с собой. Правда, все оказалось намного сложнее, чем я думала. Оказывается, для того, чтобы путешествовать с животным, у него должен быть паспорт и билет. Ну, билет-то ладно, я куплю. А вот что делать с паспортом? Я-то поехала в командировку в одну деревню, которая находится очень далеко от Махачкалы. Местный ветеринар очень удивился моей просьбе по поводу кошачьего паспорта. Но мне очень повезло. По чистой случайности я познакомилась здесь с ветеринаром из Москвы, который тут работает. Ребята, я возвращаюсь сейчас домой из ветеринарной клиники. И у меня есть один сюрприз для моей малышки. Смотрите, что я сделала. Знаете, что это такое? И это ветеринарный паспорт. Сейчас я вам его покажу. Теперь мы сможем поехать на самолете. Вот, смотрите, здесь все написано. Вот, видите, как ее зовут, да. И тут мне поставили всякие, сейчас поищу, печати. Где-то тут у меня есть, да, вот. Теперь у нас все официально. И сейчас я пойду покажу нашей малышке паспорт. Давайте посмотрим, где она. Ты где? Эй, ты где? Ой, смотрите, вот она. Ты вот она. Она меня всегда так встречает, смотрите. Она очень хочет на ручки. Ну, иди на ручки. Так, смотри, что я тебе... Смотри, что я тебе принесла. Иди скорее, смотри. Это твой паспорт. Да, смотрите, похоже, ей нравится. Да, смотри. Это твой паспорт. Это твой паспорт. Да, и у тебя теперь есть имя. Знаешь, как тебя зовут? Знаешь, как тебя зовут? А давай посмотрим, смотри. Вот, читай сама, как тебя зовут. Тебя теперь зовут, смотрите, Аниса. А знаете, почему ее зовут Аниса? Ветеринар, когда ее увидел первый раз, сказал: «Ой, какая она ласковая!» И в Дагестане есть красивое женское имя Аниса. Оно означает «ласковое», «нежное», и еще оно означает «лучший друг». И мне кажется, что этой кошечке очень хорошо подходит это имя, как вам кажется? Она... Да, сейчас не видно, что она очень ласковая, потому что она опять начала делать мне кусь. Она прям невозможный кусь мне начала делать, да? Но поскольку она даже кусь делает с таким муром, то да, ты будешь у нас Аниса. По-моему, очень классно. Киса Аниса, да? Вот так вот ветеринар нас записал, да? Покажись, какая ты красивая сейчас. Покажись, да. Вот ты какая красивая со своим паспортом. Полетим с тобой завтра на самолете, да? На самолете с тобой полетим. Такой котенок будет летающий котенок. Да, летающий будет у нас котенок. Паспорт у нас есть, но самое страшное было впереди. Я не знала, как котенок будет вести себя в самолете. Все, моя командировка подходит к концу. Пора начинать собираться. Аниса была в полном восторге от сборов. Да, ты тут помогаешь. Ты помогаешь собираться, да? Ты тут помогаешь активно, да? Ты активно мне помогаешь. Смотрите, что она вытворяет. Побывала во всех сумках и чемоданах. Эй, ты что, хочешь поехать в чемодане? Я тебе куплю специальную сумку-переноску, иначе тебя не пустят в самолет. Ребята, ну неужели вы смогли бы оставить Анису тут одну? Я бы не смогла. Она так радуется этим сборам. О, смотрите скорее, что мне тут прислали. Это же настоящий кошачий билет. Смотри, киса Аниса, теперь ты настоящий полноценный пассажир самолета.
с билетом и с паспортом. Ну что, пора на выход. Ты готова? Пошли, прощайся с санаторием. Садимся в такси. До аэропорта нам ехать целых 3 часа. Интересно, как Аниса будет вести себя в машине? Главное, чтобы водитель нас не высадил за чересчур навязчивый мяу-мяу. Ребята, я напрасно волновалась. Аниса прекрасно ведет себя в дороге. Смотрите, она спокойно спит у меня на коленях и совсем ничего не боится. Какая замечательная кошечка, правда? Ой, а знаете, что я чуть не забыла? Сумку-переноску. Нас же без нее не пустят в самолет. Ну что, поедем вместе искать сумку-переноску для Анисы? Мы как раз въехали в город Дербент. Сейчас поищем зоомагазин. Мы объездили весь город, но все-таки нашли зоомагазин. Давайте пойдем посмотрим, что там есть. Ага, а вот как раз то, что нам нужно. Небольшие переноски. Пожалуй, я возьму вот эту. Ну все, на время нашего путешествия это будет твой домик. Тебе нравится? Ребята, как вы думаете, Аниса захотела ехать в переноске? Вот, смотрите, переноска. А вот она, киса Аниса. Спокойненько играет у меня на коленях. Хорошо, что я ей купила игрушку. Ну ничего, в аэропорту тебе придется пересесть в сумку. Ну вот, мы в аэропорту. Я думала, котенок будет сопротивляться. Ну смотрите, она себя совершенно спокойно чувствует. Да, киса Аниса? Трогает меня своими лапками. Ладно, нам уже пора в самолет. Ребята, если бы я только знала, что случится потом, я, может быть, даже и не повезла бы с собой кису Анису. Но пока у нас все было хорошо. Смотрите, в самолете малышка тоже прекрасно себя ведет. Она спала всю дорогу в своем домике. Когда мы прилетели в Москву, она немного устала и стала проситься наружу. В такси я ее выпустила, и она всю дорогу со мной играла. Честно скажу вам, я очень волновалась, как пройдет первая встреча Шанельки и Анисы. Первым делом я поехала забирать Шанельку от друзей, ну и решила их самых первых познакомить. Собака, да, смотри, смотри, кто здесь? Смотри, кто там? Ай, смотри, кто там? Кто там такой? Да. Ну все, я поставила переноску на пол. Что же они будут делать? Смотрите. Шанелька осторожно нюхает домик. Аниса, наверное, не поняла, кто это перед ней. Она-то никогда не видела таких маленьких собачек. Смотрите, котенок не торопится выходить из домика. Ну ладно, пусть они немного привыкнут друг к другу. Останемся здесь ночевать, а завтра поедем знакомиться с кошками. Ну что, доброе утро! Ребята, вы только посмотрите, они действительно подружились! Разве не лапочки? Смотрите, какие они сладенькие, хорошенькие, мои маленькие девочки, вы стали подружками! Ну все, теперь пора собираться домой. Если бы я только знала, чем это кончится, я бы, наверное, осталась здесь. Ну вот, ребята, я уже подъезжаю к дому. Сейчас начнется самое интересное. Как же отнесутся к котенку Никиса, Василиса и Марфа? А вы как думаете? Напишите мне в комментариях. А я думаю, Никиса, как обычно, будет ворчать, что вот, дескать, наш дом – это не приют для бездомных животных, зачем нам еще один котенок, ну и так далее. Думаешь? Ну, может быть. Ребята, а вы бы хотели, чтобы кошки подружились с котенком? Скорее поставьте лайк и нажмите кнопку «Подписаться». Я уверена, что в этом случае они все станут друзьями. Ну, Василиса-то точно будет рада. Будем теперь втроем играть. А мы, кстати, уже приехали. Ребята, вы готовы?
Пойдемте скорее вместе покажем котенка нашим кошкам. Все, малышка, не бойся. Давай ты сядешь в твой домик, чтобы тебе было спокойнее. Все будет хорошо, не волнуйся. Хвостик давай. Так, ну что, пойдем? Шанелька, давай, побежали. Аниса, не бойся. Кошки, вы где? Смотрите, у меня для вас сюрприз. Васька, кошки, вы где? Мы пришли. Ну, вижу я, что вы пришли. Вот радости-то. Только мы отдохнули от шума и суеты. Никиса, ну какая ты невежливая. Шанелька, а я рада, что ты и Маша вернулись. Я по тебе скучала. Я тоже. А у нас для вас сюрприз. Какой сюрприз? Приятный? Конечно. Ой, что-то мне это уже не нравится. Давай лучше без сюрпризов. Кошки, я вернулась. Смотрите, что я вам принесла. Подарок? Ну, почти. Сейчас сама все увидишь. Аниса, кис-кис-кис, выходи. Ой, это что еще такое? Маша, это кто? Ты что, с ума сошла? Маша, ты что, привезла из Дагестана котенка? Я против, у нас не приют бездомных животных. Вот-вот, ребята, а я говорила, что Никиса именно это и скажет. Маша, я тоже не хочу никакого котенка. К тому же еще, ну, такого страшненького. Да ты что, ее ночью выбирала в темноте? Не видела, кого тебе подсунули? Она больше на крысу похожа, а не на кошку. Смотри, шерсть как перья, уши огромные, ножки длинные и кривые. Фу! Никиса, успокойся, пожалуйста. Когда Коля тебя нашел, ты, между прочим, тоже особой красотой не отличалась. Ребята, а вы помните, какая Никиса была маленькая, напуганная и смешная? Вот, смотрите. У нас даже ролик про это есть. Обязательно посмотрите его. Ссылка в описании. Маша, это же пранк, да? Ты же не всерьез привезла этого странного, ободранного котенка. Никакой это не пранк. Ну ты не говорила, что собираешься завести нового котенка. А я и не собиралась. Ты что, его нашла? Ну, не совсем. Это он, точнее, она меня нашла. Это девочка. Ее зовут Аниса. Какое странное имя, Аниса. А мне нравится. А еще и с твоим рифмуется. Не Киса, а Ниса. Ни с кем я не рифмуюсь. И никакого котенка я не хочу. Не Киса, ну не будь такой упрямой. Я тоже не хотела никакого котенка. Но так получилось. Я нашла Анису в санатории в Дагестане. Она была там совсем одна. Если бы я ее не забрала, она погибла бы. Она еще слишком маленькая, чтобы выжить одной. Дадим ее в хорошие руки. Я тоже думала об этом, пока была в Дагестане. Но потом я так привязалась к малышке, что мне кажется, я ее уже не смогу отдать. Она такая ласковая, умная и замечательная кошечка. И все время хочет быть рядом со мной. И она все время мурлыкает. Ей даже имя такое дали из-за ее характера. Ветеринар мне подсказал. Аниса – это очень красивое дагестанское имя. Оно означает ласковое, нежное. А еще лучший друг. Да, мне кажется, ей подходит. Васька, ну смотри, как здорово. Я так давно мечтала о маленьком котенке. Мы будем вместе играть и всему ее учить. Правда, Аниса? Играть? Учить? Ладно, Аниса. Ты тут пока знакомься, осваивайся, а я пойду распаковывать вещи. И вообще, у меня столько дел накопилось. Ну, и что вы по этому поводу думаете? Ничего. Что теперь делать? Будем привыкать. Ну и у Василисы теперь будет младшая подружка. Thank you.
Ой, ребята, что же это получается? Значит, теперь не я буду самой младшей. И значит, всякие там вкусняшки теперь будут оставлять не мне, а ей. И придется всем с ней делиться. А если она захочет спать на моей любимой полочке, значит, придется ей уступить. Ну, конечно же, Маша скажет, что она маленькая, несчастная, и теперь все самое лучшее нужно отдавать ей. О, я так не хочу! И вообще, она мне не нравится. Хоть бы какого-нибудь красивого, породистого котенка привезли. А это, вон, какая-то облезлая и страшная. А вдруг у нее блохи? Или вообще какой-нибудь лишай? Ой, это же у меня из-за нее вылезет вся моя красивая шерстка. Нет, надо от нее избавиться. Эй, котенок, как тебя там? Аниса, иди сюда. Эй, только близко не подходи, а то еще заразишь меня. Что ты тут размяукалась? Тише, пойдем, я тебе кое-что покажу. Никиса, а где Василиса и котенок? Только что были здесь. Наверное, пошли играть с Васькой. Ну да, пусть поближе познакомятся. Иди, иди, котенок, иди сюда. Пойдем, погуляем. Так, куда бы ее отвезти? Тут она сразу вернется домой. О, точно, надо отвезти ее в заброшку. А что? Там жить можно. Крыша над головой есть. Можно ловить мышей. И вообще, может быть, ее найдут какие-нибудь добрые люди. Эй, котенок, пойдем, не отставай. А где Аниса? Ну вот, не успели котенка завести, а мы уже должны за ним следить. Маша, не волнуйся, Аниса с Василисой где-то играет. А, ну замечательно, Шарелька, иди поищи их, поиграйте вместе. Конечно, теперь она тут самая ласковая, Аниса, видите ли, да еще и лучший друг. А как же я? И Шанелька тоже предательница. Хотела теперь только с этой страшилой играть. А я ей, значит, больше не нужна? Эй, котенок, ты здесь? Не отставай, мы почти пришли. Да где же они? Марфа сказала, что они тут гуляют, а во дворе их нет. Куда же они ушли? Ребята, а вы их не видели? Напишите в комментариях, куда же делась Василиса с Анисой? Ой, а я ведь могу пойти по следу и найти их. Я же все-таки собака. Ну вот, мы пришли. Ты будешь жить здесь. А что, мяу? Никаких мяу. Здесь хорошо и уютно. А я тебе буду приносить еду, пока тебя добрые люди не найдут. Васька, ты здесь? Я шла по твоему следу, и он привел меня сюда. Ой, Шанелька, только ее здесь не хватало. Тоже мне ищейка нашлась. Надо скорее спрятаться. Ой, Аниса, а ты что тут делаешь? Ты испугалась заброшки? Не бойся. А где же Василиса? Спряталась? Почему? Васька, ну-ка выходи, все равно я тебя по следу найду. Да тут я, тут, ну чего ты раскричалась-то? А зачем ты сюда пришла? Я? Я играла с котенком. Вася, ты как-то подозрительно себя ведешь. Вася! Аниса говорит, что ты хотела ее здесь оставить? Я, понимаешь, как тебе сказать? Что, ты что, хотела от нее избавиться? Ну да. А что, тебе очень хочется, чтобы теперь любили ее, а не нас, да? Вон, слышала? Она теперь лучший друг, а мы
не нужны? Давай ее здесь оставим. Васька, вот ты смешная. Ты просто ревнуешь. Какие глупости ты говоришь. Пойдем скорее домой. Все будет хорошо. Думаешь? Зуб даю. Пойдем. Шанелька, Василиса, где вы были? Я уже начала волноваться. Васька завела Анису в заброшку и хотела ее там бросить. Шанель, вот ты крыса! Я не крыса, я спасла котенка. Васька, что это такое говорит Шанелька? Это что, правда? Ну все, мне капец. Маша, не наказывай ее. Она просто испугалась, что ее больше никто не будет любить. Шанелька, ну конечно же я никого не буду наказывать. Васька, вот ты глупенькая. Ну как ты могла подумать, что я не буду тебя любить? Ну ты же там сказала, что твоя Ниса самая замечательная, ласковая и вообще лучший друг. Вася, ну какая же ты смешная. Конечно, я буду любить Анису, но я очень люблю и тебя, и Шанельку, и Марфу, и Никису. Правда? Конечно, правда. Ребята, а вы поняли, почему Василиса так поступила? А у вас были такие случаи, что вы ревновали, ну, например, свою маму к младшему братику? Или, может быть, ваши питомцы ревновали вас к новым животным? Вы же понимаете, что не нужно никого ревновать. Ребята, пожалуйста, объясните Василисе в комментариях, что она все равно останется нашей самой маленькой, самой любимой Васенькой. А теперь будет еще веселее и интереснее, потому что у нас дома появился вот такой вот маленький смешной котенок. Эй, хватит разрушать дом! Опять эти мелкие что-то уронили. Эй, дети, успокойтесь, пожалуйста. Вы тут все разобьете. Нет, ты это видела? Им вообще по барабану. Мы им тут замечания делаем, а они даже ухом не ведут. Эй, Чика, а ты-то куда? Ты же огромный взрослый кот. Да какой он взрослый? Вымахал вон, как слон. А мозгов, как у двухмесячного котенка. И всегда заодно с этой бандой. Эй, вы там вообще офигели? Что вы разбили? Ой, ваза. Ай, ну что вы наделали? Стойте, разбойники! Все равно Коля узнает и выгонит вас. Сейчас ему позвоню и все расскажу. Нам капец! Думаешь, нас выгонят? Это же была любимая ваза Колиной мамы! Точно выгонят! Что? Ты хочешь посоветоваться с Василисой? А точно! Васька обязательно что-нибудь придумает! Пойдемте! Да точно! Надо всех их выгнать! Развели тут приют для бездомных животных! Никиса, ну может быть не надо так кардинально? А что такого? Вон, Аниса и Чика вообще уличные кошки! Ничего с ними не случится! Другие вон живут на улице и ничего! А Шанелька? Она же все-таки породистая собачка. Шпиц. Собачка Шпиц. Тьфу. Ну, Шанельку, может, оставим. Ну, пусть он во дворе живет на цепи, как все собаки в деревне. Вася, Вася, спаси нас! Никиса хочет нас выгнать. За что? Ни за что! Разбили вазу? Шанель, Аниса говорит правду? А ты сказала, ни за что? Ну как, ваза, ваза это да.
Но она разбилась сама, пока мы бегали. Да, а обвинили во всем нас. Ага, значит, она сама разбилась. А вам не кажется, что вы себя ведете как дети? Васька, ну ты хоть не начинай. Придумай, что же нам делать. А я тебе говорю, что они абсолютно бесполезные существа. Почему? Ну, Марфа, ну сама посуди. Что такого полезного делают Чика и Аниса? Ну, ничего не делают. Вот-вот, а вреда от них сколько? Носятся, шумят, дом разрушают. Лучше бы Коля рыбок завел, они хоть интерьер украшают. Вам нужно доказать, что вы полезные. Как это? Ну, что вы зачем-то нужны. А мы очень даже нужны. Ой, Шанелька, лучше помолчи. Вы абсолютно бесполезные существа. А как же нам доказать, что мы полезные? Так, давайте что-нибудь поищем в интернете. Аниса, не мешай. Вася сейчас обязательно найдет какое-нибудь решение. Так, ну вот, смотрите, я нашла. Вам нужно поехать в летний лагерь. Куда-куда? В летний лагерь. Зачем? Как это зачем? Ребята, вы же знаете, что такое летний лагерь? Туда едут, чтобы стать сильными, смелыми, научиться всяким различным новым штучкам, даже научиться выживать в экстремальных условиях. Вы когда-нибудь были в лагере? Скорее напишите в комментариях и обязательно поставьте лайк. Вася, ну я не хочу выживать в экстремальных условиях. Я тоже не хочу. Ничего не поделаешь, придется. А ты пойдешь с нами? Я? Нет. Я буду следить за вами в режиме прямой трансляции и помогать вам советами. Вася, прием, как слышно? Вас слышу, прием. Мы в лесу, что дальше делать? Вы должны найти лагерь. Вот схема, смотрите. Это что такое? Чика, не тормози. Это карта, по которой вы должны найти лагерь. Вася, это я не умею по карте. Я тоже не умею. Ой, как же его найти? Шанель, Аниса права. Ты же собака. Ну так давай ты найдешь лагерь по нюху. А, точно. Вперед, все за мной. Вася, прием, мы на месте. Вас понял, прием. Приготовьтесь к первому заданию. А тут что, еще и задания будут? Естественно, это же лагерь, а не пятизвездочный отель. Вот, молодец, Аниса, ты готова выполнить задание. Задание следующее. Видите, на воде плавает мячик. Видим. Его надо достать. Это что, надо лезть в воду? Я пас. Шанель, ты собака, вот ты и лезь. Собака? Ну, это да. Но, а вдруг я утону? Не говори ерунды, собаки не тонут. Лезь! Знаешь что, кошки тоже не тонут, вот сам и лезь. Я напоминаю, что у вас мало времени. Если вы не достанете мячик, то вы проиграете. А я тебе говорила. Ой, тише, кажется, Аниса где-то мяукает. Аниса, что случилось? Почему ты мяукаешь? Что это у тебя такое? Ой, я поняла! Это же лодка!
А по-моему, это мороженое. Ну, и мороженое, конечно, тоже. Аниса хочет, чтобы я поплыла на нем, как на лодке. Правда же, Аниса? А котенок-то оказался очень даже умненьким. Только вы держите крепко за веревочку. Вытяните меня потом, а то меня унесет в открытое море. Шанель, ну что за ерунду ты несешь? Ну какое такое море? Ну не море, а просто унесет. Легко тебе там у компьютера рассуждать. Вон, лучше бы сама поплыла за мячиком. Шанель, ты готова? Да. Ой, мамочки. Не дрейф, мы с тобой. Ой, мамочки, я сейчас свалюсь в воду. Шанель, спокойно. Ты, главное, не дергайся. У тебя самый надежный корабль в мире. Да, конечно. Тебе легко говорить там, на берегу. Не отвлекайся. Приготовься хватать мячик. Готово. Тяни меня обратно. Ой, да не так резко. Осторожнее. Я просто хотел побыстрее. Вася, мы выполнили задание. Вы просто молодцы. Анисе отдельный плюс за сообразительность. А мне? Ну, а тебе, естественно, двойной плюс за смелость. Молодцы все. Вы переходите на следующий уровень. Вперед! Вася, прием, прием. Вы на месте. Да вижу я, что вы на месте. Приготовьтесь к заданию. Мы готовы. Вот это хорошо. Видите, там на дереве висит пупит. Ой, пупитик, как давно я их не видела. Ребята, а вы помните, как все играли в пупыты? А вам они нравились? Кому нравились, скорее ставьте лайк. Да, пупиты — это крутая тема. Но не отвлекайте меня. Итак, ваше задание. Вы должны этот пупит достать. Я не полезу. Все, хватит. Я и так уже и лагерь искала, и за мячиком плавала. Чика, давай ты. Ты же кот. Ну, да, кот. Но я большой и тяжелый. Я упаду. А кто же тогда полезет? Пусть вон Аниса лезет. Она маленькая, легкая и юркая, как мышка. Аниса, не бойся. Мы тебя будем поддерживать. И если что, мы тебя поймаем. Ну что, решили, кто полезет? Напоминаю, что у вас мало времени. Да-да, мы решили. Полезет Аниса. Аниса, не бойся. Давай, лезь выше. Аниса, ты уже почти у цели. Давай, хватай пупыль. Она испугалась высоты и упала с дерева. Аниса, ты в порядке? Можешь идти? Ой, смотри, Аниса не может идти. Да, похоже, она повредила лапку. Что же теперь делать? Вася, прием, прием, у нас экстренная ситуация. Прием, прием, прием! Что случилось? Аниса полезла за пупытом и упала с дерева. Мы не знаем, что с ней, но она хромает и не может идти. Сохраняйте спокойствие. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Шанель, смотри скорее, что я нашел. Что это? Это коробка. Это я и сама вижу. А зачем она нам? Смотри, Аниса уже поняла зачем. Она будет сидеть в коробке, а ты ее повезешь. Как это? Как лошадь, что ли? Шанелька, ну какая лошадь? Ты у нас будешь ездовой собакой, как хаски. Давай, впрягайся.
Ну ладно, поехали! Экстренная эвакуация! Уф, ну все, приехали! Шанель, подожди! Ну что еще? Нас же убьют за то, что мы не уследили за Анисой! И она, возможно, поломала лапку! Ой, точно! А что же нам теперь делать? А давай ее спрячем в кладовке! Давай! Ой, а если нас спросят, где Аниса, что мы скажем? Ну, давай скажем, что Аниса утонула! Ты что, вообще ку-ку? Нас же так еще больше убьют! Да, ты права! А что же делать? А давай покажем Анису Коле! Он точно поймет, что с ней случилось и что нам теперь делать! Коля, Коля, скорее! У нас случилась беда! Шанель, что у вас случилось? Аниса! Она умирает! Что? Что вы с ней сделали? Уронили с дерева! Что? В смысле, вы ее сбросили с дерева? Да нет, ты не понял! Никто ее не сбрасывал! Мы были в летнем лагере! Где? В лагере? Шанель, ты что такое несешь? Ой, ну это длинная история! Я потом тебе все расскажу! Самое главное сейчас – это помочь Анисе! Она упала с дерева, и мы думаем, что у нее сломана лапка! Смотри, она не может ходить! Аниса, маленькая, что с тобой? Где у тебя болит? Ну все, все, не плачь. Сейчас. Так, покажи мне свою лапку, которая болит. Так, Аниса, вот это болит, да? Давай я ее посмотрю. Так, тебе здесь больно? Ну смотри, косточка вроде бы не сломанная. Значит, это не перелом. Скорее всего, может быть, сильный ушиб. Шанель, смотри, слава богу, лапка не сломана. Ребят, смотрите. Абсолютно целая лапка. Коля, а почему же Аниса тогда хромает и не может ходить? Она просто ушибла лапку, когда падала. Она же еще маленькая, не научилась правильно падать. А кость у нее, слава богу, целая. А что же теперь делать? Ничего, просто надо дать ей возможность отдохнуть. И лапка сама пройдет. Ребята, смотрите, наш котенок уже совершенно здоровый. Вон, уже играет. Ребята, а вы переживали за Анису? Скорее, поставьте мне лайк, чтобы у Аниски больше не болела лапка.